Меня зовут Богданов Николай, я из города Твери. Вот то, что вы здесь сейчас видели, вот Елена сказала, так было в Твери, это прелюдия. Это была прелюдия. То, что будет в следующий раз, вот это будет форма. Поэтому все привет, вот Вячеслава Лозы. Жума вас там. Уже купили. Отлично, отлично. Итак, значит, ну как Вячеслав сказал, надо сделать фотографию, чтобы слегка навела на улыбку. Получилось. Я в сетевом 15 лет, значит, с 2005 года я пришел в одну из компаний, там была диагностика, бизнес я не строил. В 2008 году, значит, очень серьезно произошло событие в моей жизни, и я не видел никакого большего выхода, как зарабатывать деньги, кроме как сетевого. Появился человек, который показал мне деньги здесь, это очень важно, потому что до этого я не видел. И я начал строить бизнес. Это была другая компания, хорошая компания, она сейчас очень есть на этом рынке. Я приехал в город Тверь, я сам из города Ступино, это Московская область. Я приехал в город Тверь, я практически никого не знал, кроме своей сестры, ее мужа там и двух ее дочерей. И это была очень жесткая такая работа на холодном рынке. Денег не было, так случилось, что денег не было, мне пришлось скитаться по разным частным. Я где-то, наверное, за год сменил примерно 10-12 точек места проживания. Вот. Но меня мотивировало то, что у меня есть бизнес, правда, ничего не получалось совсем, абсолютно. Для того, чтобы что-то заработать, я создал клуб правильного питания, потому что в компании посоветовали для увеличения товарооборота, для того, чтобы помочь людям посмотреть и понять, как вообще из чего состоит здоровье. Я организовал три потока, в принципе, на это я и жил. Это были платные курсы такие для людей, которые не были в своей компании. И они стали постепенно подписываться ко мне именно в команду. И я стал строить бизнес, продолжать. Но случилось так, что компания поменяла свои правила отношения к дистрибьюторам, поэтому я ушел. Какое-то время я был в плавающем состоянии, в свободном состоянии. Потом меня пригласили еще в одну компанию. И вот однажды мне порекомендовали моего будущего наставника Вячеслава Лозу в качестве человека, у которого я могу чему-то поучиться, а я в этом очень серьезно нуждался. Это была другая компания, мы были в другой компании. Мне дали его номер телефона, я его вызванивал, наверное, целый день, он почему-то не брал трубку. Я сказал себе, я обязательно дозвонюсь. К вечеру его прорвало, оказывается, он где-то там был, не слышал там, не видел, не слышал звонка, он был где-то там на даче. Он мне позвонил, мы встретились, познакомились, и я понял, что это тот человек, за которым я пойду. Через где-то полгода, наверное, Вячеслав мне позвонил и сказал, есть информация. Ты готов? Я говорю, я готов. Я приехал на встречу. Мы встретились, и я практически принял решение о том, что я буду здесь в компании ИЛ, практически просто. Потому что у меня был наставник, я видел в нем наставника, человека профессионала, человека с большой буквы. Я сказал, я приду за ним. А вторым пунктом, почему я именно здесь, это был маркетинг. Я никогда не работал в вебинарной теме, то есть это вебинар, как здесь сейчас вместе с классикой, я работал только по классике. Я увидел здесь деньги, посмотрел, говорю, так не бывает. Оказывается, бывает. Потом я познакомился с продуктом. Продукт я пробовал очень интересно, мне посчастливилось продукт попробовать прямо на большом бизнес-семинаре, это был, 17-й год. Я очень много стал его есть, особенно мороз. Мне пришлось пересесть на последнюю парту и периодически уходить в туалет. Потому что продукт очень сильно работал. Вот. Я понял, что все это работает, в принципе, и я стал строить свою команду. Вот сейчас Константин, который выглядит, моя первая линия. Еще моя первая линия Раиса Крисан. Встань, пожалуйста, Раиса. Она куда-то вышла. Хорошо. Вернись, мы все простим. Итак, я хочу сказать для новичков, которые в этом бизнесе вообще новенькие новички, что лучшей компании, чем ИПИЛ, я не видел. Во-первых, это отношение к людям.
Во-вторых, это очень, я говорю так, жирный маркетинг. Ну нет таких маркетингов нигде. Это жирный маркетинг, здесь есть большая возможность заработать очень большие деньги. Очень большие деньги. Итак, я на этом хочу закончить именно по своей истории. Итак, основа успеха, я просто здесь привел фразу Серафима Саровского: обучаться самому, камни в гору катать, обучать людей, камни с горы катать. Следующий слайд, моя тема, это рандеву, вторая встреча. Очень важная тема, значит, после первой встречи, цель которой познакомиться и дать информацию, нам необходимо пригласить человека на вторую встречу и ответить на его вопросы. Потому что вопросы там однозначно будут, и мы должны сделать это. И познакомившись поближе с этим человеком и ответив на все его вопросы, мы уже можем сделать ему деловое предложение. Следующий слайд. Приглашение на встречу состоит в принципе из двух шагов. Первый шаг – это приглашение нужно делать по телефону. И здесь должен быть такой настрой, хороший настрой, позитивный, чтобы мы понимали, что мы звоним человеку, будущему партнеру. Практически это ваш партнер, только он еще об этом не знает. Второй шаг. Поприветствуйте собеседника, скажите пару простых фраз. Здравствуйте, меня зовут Николай. А 3 дня назад мы с вами встречались по поводу возможностей в компании APL GO. У вас есть пару минут свободного времени? Или мне перезвонить? Ну, если у человека есть время, то следующий слайд. Примерный текст. Я хочу пригласить вас на личную встречу, ответить на возникшие у вас вопросы, и, возможно, я сделаю вам деловое предложение. Здесь нам нужно определить, есть ли у собеседника время для этой встречи. Оговариваем время, место, а также просим человека позвонить, если он по какой-либо причине не сможет прийти. Это очень важно. Следующее. Подготовка к рандеву. Тщательно анализируем информацию, полученную от человека после первой встречи. Какие его есть потребности, чем мы можем ему помочь, какие его планы в жизни, какие цели в жизни, чтобы понять, каким образом мы должны выстраивать с ним наш диалог. Следующий слайд. Ну, в данном случае нам система ГОУ предлагает простую схему, составить план разговора, чтобы ничего не забыть. Продумать, каким образом мы можем помочь человеку реализовать себя в жизни. Важно понимать, что MLM-бизнес – это не бизнес уговоров, не надо никого уговаривать, это бизнес статистики. Если человек отобрал из 1000 человек несколько партнеров, то и, соответственно, качество этих партнеров другое. Если можно так сказать, это люди, которых есть серьезные цели в этом бизнесе. Нам нужны партнеры, которые верят в продукт, компанию, маркетинг. Люди, пришедшие на вас, а в сетевом маркетинге это именно так, видят вас своим учителем, наставником, и они понимают, состоюсь ли я с этим человеком в этом бизнесе, заработаю ли я деньги, он принимает решение, и он не может его принять здесь и сейчас, ему нужно какое-то время, он должен посмотреть на вас, познакомиться поближе. Следующее. Структура встречи. Приветствие, присоединение, напомнить о первичной информации, диалог, ответы на вопросы, работа с возражением. Следующее. Инструмент. Безупречный внешний вид. Абсолютно. Стартер-кит, MLM-тетрад, продукт, который должен быть всегда с вами. Фотографии наших лидеров. Фотографии из круизов. Фотографии руководства компании. Журнал. Мы все это должны иметь с собой для того, чтобы показать человеку. Нужно уметь правильно общаться. Это настоящее искусство, которому нужно, а можно и нужно учиться. Коммуникабельность, установить контакт, настроить коммуникацию, убедить, информировать человека. Несмотря на то, что очень многие знают, что такое MLM, а многие понимают это в возвращенном таком варианте, вот надо кому-то что-то ходить по улице с баулами, с этими плечными сумками, продавать. Когда я говорю, а вы ничего не продаете? Ха, а как же вы тогда делаете товарооборот? Я говорю, ха, приходите, узнаете. Подарите удовольствие. Повести за собой. Это нужно обязательно сделать. Вы должны излучать абсолютную уверенность. Вы человек, у которого есть бизнес. Даже если на сегодняшний день ваш чек минимальный, неважно. Вы имеете международный бизнес. И это очень важно. И ваши партнеры, пускай они не в вашей команде, они по всему миру. 50 уже 9 стран сказали, да?
и более 500 000 человек. Это серьезно. Благодарю. Четыре важнейших навыка коммуникации. Умение начинать коммуникацию с помощью делового комплимента. Нужно сделать комплимент. Умение слушать человека. Надо понимать, что он хочет нам сказать. Умение задавать вопросы. Умение убеждать, уже говорил. Для эффективного общения, а уж тем более продаж, умение устанавливать контакт, слушать и задавать вопросы гораздо важнее, чем хорошо подвешенный язык. Нужно правильно задавать вопросы. Следующее. Умение внимательно слушать является элементарным выражением хорошего воспитания и пристойного поведения. Не зря же у каждого человека два уха, но лишь один рот. Любые вопросы с вашей стороны оказываются бессмысленными, если вы не слушаете своего собеседника активно и внимательно. Он должен видеть, что вы весь внимание, и вы понимаете его, то, что он говорит. Следующее. 10 методов, помогающих убедить собеседника. Будьте аккуратны и вежливы. Первым делом сильные аргументы. Какие у нас есть сильные аргументы? Компания прошла вот этот порог неустойчивости 7 лет, уже 8 год. В компании есть состоявшиеся люди. В компании весьма большие чеки. Это серьезно, потому что таких чеков нет нигде. Проявите хитрость, осторожность, хитрость, лесть. Ну, лесть это может быть не из этой. Последовательность согласия. Уводите разговор от опасных тем. Замечайте каждую мелочь. И надо понимать, что люди любят пользу и выгоду. Надо показать им эту выгоду. Человек должен понимать, что вот здесь, в этой компании, для него есть выгода. И если он когда-то еще думал об этом, то сейчас, именно на этой встрече, он уже четко понимает, и во время встречи у него должно уже формироваться правильное, не просто даже отношение, а правильный ответ. Он уже внутри хочет стать партнером. Проявите внимательность и уважение, разумеется. Следующий. Рандеву. На рандеву мы интересуемся вопросами, которые возникли у собеседника, отвечаем на них. Парируем возражения, используя информацию с официального сайта, исходя из личного опыта. Можно применять фразу «именно поэтому». А я вот там работаю, и мне некогда, вот там и я белка в колесе. К сожалению, таких много по нашей жизни. К сожалению, но много. И именно поэтому вы должны изменить свою жизнь ради себя и ради ваших потомков, ради ваших детей, внуков и всех последующих, всего последующего рода. Если вы сейчас не начнете, то некому будет начать. Я сегодня здесь для того, чтобы вам предложить это. Рассмотрите повнимательнее мое предложение. Эту тему рассмотрите. Следующее. Также необходимо подчеркнуть ценность данной встречи для человека, который рассматривает для себя эту возможность. Ну, одна из вас, я иногда говорю так. Сейчас я вижу перед собой двух людей. Одного, который постоянно прыгает, скачет с одной на работу и на другую. Если человек, допустим, работает на двух работах, а это не такая редкость. И второго человека, успешного лидера, который зарабатывает большие деньги и изменил свою жизнь в корне. И показал пример всем своим последователям, то есть близким, родным, которые, конечно, сначала не принимают. Это нормально. Следующий слайд. Необходимо показать маркетинг-план, соединив его мечту с возможностями, помочь человеку рассчитать свой успех, помочь увидеть себя состоявшимся через несколько лет, помочь ему визуализировать эту картинку. Он должен видеть, вот через столько-то лет я буду иметь определенную сумму, которая кардинально изменит мою жизнь. В нашей компании есть система спонсирования, система запуска партнера, система сопровождения. И, как я уже говорил, будущий партнер принимает решение, он должен видеть нас уверенным человеком, абсолютно уверенным человеком. Он придет именно на это. Следующее. Это полезная фраза. Давайте вместе победим ваш страх. Вот моя рука, давайте вместе пойдем, пройдем эти шаги и добьемся успеха. Можно использовать это. MLM это бизнес миллионеров. Присоединяйтесь. Очень сложно у людей укладывается в голову «я миллионер».
практически невозможно, да? Как можно сказать, что там вы миллионер, да? Это может получиться только у одного человека в нашей компании. Причем легко, непринужденно. Я не знаю, как у Евгения Новикова это получается, но это получается. Следующая фраза. Пока. Следующая. Представьте себя представителем своей компании в другой стране. Амбассадор. Да, в статусе квалификации амбассадора. И такую возможность можно получить. Вы можете получить такую возможность где-то в другой компании или где-то в своей жизни на работе? Нет. Здесь можете получить такую возможность. Дайте ему это видение, чтобы человек понимал, что это так. Представьте себя человеком с гордой осанкой, у которого есть международный бизнес. Возможности появляются не сами собой, мы создаем их. Это вот просто фразы, которые полезны. Следующий слайд. Вы когда-нибудь думали над тем, чтобы изменить свой социальный, изменить социальный статус своего рода? Именно сегодня вам предоставляются большие финансовые перспективы. Представьте себя через несколько лет в этом бизнесе. Вы успешный бизнесмен с доходом, который позволит вам забыть о предыдущих финансовых проблемах. Конечно, человеку очень сложно это представить для начала, да? Практически невозможно. Он должен чувствовать, видеть вас, человека, с которым вместе он пойдет. Вы должны излучать это, просто успех абсолютно. Вы путешествуете по миру вместе со своим партнером по бизнесу на самом большом в мире круизном лайнере. Вы когда-нибудь путешествовали по миру на круизном лайнере? Нет? Здесь у вас есть такая возможность. Следующий слайд. Деловое предложение. У нас новичок. Есть поближе? Нет. Как вас зовут? Елена. Елена, я хочу сделать вам официальное деловое предложение. Я предлагаю вам бизнес под ключ. Я предлагаю вам стать моим партнером в моей команде и добиться успеха. Мне нужен ключевой человек. Я вижу вас как ключевого человека в этом городе. Я обязуюсь. В своем городе. Елена, я обязуюсь помогать вам развивать ваш бизнес. Могу обещать, что я буду обучать вас всегда, везде. Я ничего не буду делать для того, чтобы ваш бизнес не развивался. Просто есть такая как бы клятва, да? Я всегда буду вместе с вами. Я всегда 24 часа в сутках я буду обучать вас. Вот, обучать вас. И еще последнее. Мы вместе добьемся успеха. И самое последнее. Будет весело. Все, спасибо. Если понравилось это видео, ставим лайки. Делимся в соцсетях. Подписываемся. И не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.